Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. На экране стартовый состав гостей. Перед нами атакующая вариация на тему классической схемы 4-4-2. Ну и при этом отметим, что оборона не принесена в жертву. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. На экране стартовый состав гостей. Перед нами атакующая вариация на тему классической схемы 4-4-2. Ну и при этом отметим, что оборона не принесена в жертву. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. На экране стартовый состав гостей. Перед нами атакующая вариация на тему классической схемы 4-4-2. Ну и при этом отметим, что оборона не принесена в жертву. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. На экране стартовый состав гостей. Перед нами атакующая вариация на тему классической схемы 4-4-2. Ну и при этом отметим, что оборона не принесена в жертву. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. На экране стартовый состав гостей. Перед нами атакующая вариация на тему классической схемы 4-4-2. Ну и при этом отметим, что оборона не принесена в жертву. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Здравствуйте, здравствуйте! Все готово к футболу на стадионе Сан-Сиро, что в Милане. Смотрим на состав Интера. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Команды начинают эту игру. Поехали! Висину. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться.
Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Раджан Энгола. А вот это уже здорово.